Время суток, уважаемые подписчики. Агроусадьба. Вот у меня когда-то была такая постройка. Лет 5-6 назад я хотел делать гостевой домик. Настало это время. С этого домика будет один из домиков. Не знаю, пока, может, пока временно мастерской будет, потом временно домиком. И можем 4x4 с таким видом. Шикарно. Там речка, вина. Рыбалка там хорошая каждый год, круглый год. А здесь, ну, все будет по-другому. Сейчас просто хаос. А здесь, на этой площадке, тоже в перспективе три домика стоять. С видом на реку. Река Западная. Вот до нее тут совсем чуть-чуть. Смотрите, рядышком совсем река. У нас есть лодка. Можно плавать на лодке будет. У нас есть паром бесплатный на ту сторону. Ну, также у нас на усадьбе есть животные, овечки, там, куры, бачки. Вот так вот. Здесь участок строится. Ну, а также еще есть один участок удаленный, где нет населения практически. О нем чуть позже. Подписывайтесь на канал, приезжайте в гости. Огромное.